Рабочий визит. В Армавир прилетел первый заместитель министра внутренних дел России. Убийство на окраине. 15 июля в районе магазина «Байзет» зарезали мужчину. 2 килограмма конопли. Сотрудники роты ДПС нашли наркотики в Большегрузе. Смотрите программу «Новости по будням» в 19 часов, повторы в 6 утра, в 6:30 и в 12:30 дня. Видеоверсия доступна на сайте городармавир.ру.